Цены на бензин стабилизируются лишь до конца года, но потом снова начнется их повышение, считают местные эксперты топливного рынка. Накануне депутаты Госдумы одобрили снижение акцизов на 3000 рублей за тонну бензина и на 2000 за тонну дистоплива. Но кроме того, отменяется повышение акцизов на 700 рублей за тонну, которые планировали с 1 июля этого года. Правда, законопроект должен будет пройти еще третье чтение. Заседание Нижней палаты парламента намечено на 5 июля. Такие меры, по мнению авторов проекта, в целом призваны стабилизировать цены на топливо. Правда, местные эксперты считают, что это продлится недолго, максимум до Нового года. С 2019-го акцизы снова вырастут, а значит и стоимость топлива начнет повышаться. Что будет в следующем году, ну, сложно прогнозировать. Но то, что ситуация на рынке нефтепродуктов и, соответственно, потянет за собой еще ряд, скажем так, отяжеляющих моментов в плане ценообразования там, на продукты питания, логистику и все так далее. Сейчас стоимость бензина самой ходовой марки АИ-92 по краю в среднем равна 40 рублям 30 копейкам, дизеля 42 рублям 30 копейкам.